AutoCAD. Рабочая среда запуска. При первом запуске нашего программного продукта у нас с вами имеется первое окно. Это работа с чертежами, самое большое и обширное. У него есть выпадающая менюшка, нажав на которую можно ознакомиться с шаблонами, с которыми будете работать. Есть возможность их выбора, каждый из них немного отличается от предыдущего по набору функций. Самый стандартный шаблон, который используется в AutoCAD, это ACAD ISO DVT. Ниже у нас есть возможность открытия существующего проекта, открыть подшивку. Подшивка необходима нам для оптимизации работы и вывода чертежей, точнее информации на листах. Очень удобно, особенно при совместной работе. Доступ к шаблонам в интернете, если у вас по какой-либо причине нет шаблона, вас кинет, нажав на эту ссылку на сайт разработчика, с которым можно скачать шаблон. Просмотр примеров чертежей. Посередине у нас с вами последние открытые документы, либо при первоначальном запуске там располагаются примеры чертежей. Под ними есть возможность переключения вида меню от иконки до списка. Справа окно уведомлений, в котором есть информация от разработчиков, различные новостные ссылки. Ниже подключение Autodesk 360. В самом низу у нас есть возможность переключения между панелью обучения, где есть набор роликов и интересные ресурсы, и панель создания. Начало работы с чертежами начинается с нажатием на большую клавишу «Работа с чертежами».